Менее 2 недель осталось до окончания учебного года и возникает вопрос летнего отдыха детей. Одним из мест пребывания школьников в каникулярный период становятся пришкольные детские лагеря. В Ульяновске стартовала их приемка. Первым на очереди стала 33-я гимназия. Конечно, встает вопрос о летнем отдыхе детей, не только о безопасности и отдыхе как таковом, но, конечно, хочется, чтобы ребята отдых провели с пользой, чтобы им было интересно, чтобы им было увлекательно. Для этого мы делаем все возможное. Осуществляет приемку детского лагеря межведомственная комиссия. В нее входят представители управления образования, Росгвардии, медики и члены общественной палаты. Смотрят все – столовую, спортивную площадку, зоны отдыха. Особое внимание к безопасности. Проверяет тревожные кнопки и камеры видеонаблюдения. Особое внимание при проверке мы обращаем на антитеррористическую безопасность, как осуществляется пропускной режим, как работают видеокамеры в учреждениях, а также есть ли тревожная кнопка и как она функционирует. Также не остается без внимания вопрос пожарной безопасности, потому что это тоже очень важно, это безопасность наших деток. В лагере при 33-й гимназии готовят новую развлекательно-образовательную программу. Вместо того, чтобы сидеть дома, дети с пользой проводят время и развиваются. Некоторые после одной смены в лагере возвращаются вновь. Я узнаю что-то новое. Каждый год у нас новые программы. Мы ездим в аквапарки, стреляем из лука, к нам приезжают библиотеки и планетарии. В этом году в Ульяновске будет работать 86 дневных лагерей в школах и учреждениях дополнительного образования и 76 лагерей труда и отдыха для подростков от 14 лет и старше. Кирилл Савосин, Сергей Кудаков, Управда ТВ.